А, привет, мой любимый, дорогой подписчик. Кстати, хочу, чтобы именно от меня твое имя было. Поздравление на Новый год. Пиши комменты, и ты будешь... То есть твое имя я произнесу. И не надо потом завидовать, что кого-то я произнесу. Потому что будь активен. И я тебя лично поздравлю с Новым годом. Сейчас будет байка, которая называется iPhone. Девочка Лена была не из благополучной семьи. Она думала, где взять себе iPhone. Но девочке Лены было всего лишь 15 лет. И у ней созрела тема продать свою невинность за iPhone. Зайдя на сайт, она опубликовала, что продастся за iPhone. Спустя какое-то время раздался звонок. Слышь, Лена, черт, как там? Давай подъезжай, подъехать тебе или как? Давай, она называет свой адрес. И дядя Боря на машине на Lexus подъезжает к ней. Увозит ее в шикарный дом свой. Она ложится, раздевается, ложится на койку. И он делает с ней это. А потом улыбнулся такой. Ой, ништяк. А значит, где айфон? Вам дает ей новенький айфончик. Лена такая радостная. Чик. Пошла такая. Чик домой приходит, мама такая смотрит на нее. Доченька, а ты где взяла айфончик? Это же очень дорого. Да, я вот мамочка шла со школы его. То есть я его со школы шла и нашла его. О, ништяк. Ну, будешь пользоваться. Проходит год. Новые айфоны появились в продаже. Девочка Лена такая в шоке, блин. Где же взять ссылочку себе на новый айфончик, блин? Ха! Есть идея, как проучить этих, которые любят маленьких девочек за айфончик. Лена дает объявление, типа, короче, я решу с девственности за айфончик. Тут набирает молодой Коля телефончик ее. Алло, Леночка, что там, как там? Нормально, да, все? Да, все. Че, как там? Я к тебе подъеду. Да, подъезжай. Ну, он к ней подъезжает такой, чик. Лена такая, чик. Достает заранее приготовленную крысу. Сует ее в свою сумочку и выходит. Они поехали на Лексусе. Приезжает к коттеджу. Леночка выходит такая. Слышь, это, какой, где мне надо помыться? А то это, надо помыться перед этим днем. Ну, конечно, сходи туда, помойся. Но помылась такая, чик. Такая выходит, чё, куда там? Да вон туда, ладненько, я буду сейчас пока миска. Документы все положу, это там приготовься. Ну, Леночка такая, чик, на коечку легла, ножки раздвинула, туда чик, крысу засунула, выходом мордашкой нахуй. И лежит такая, чувачок такой радостный, такой, опа, раздевает костюмчик, такой, чик, какая красивая девочка. А, yes, сейчас будет все четко. Такой, чик, на нее ложится. Такой ток оставляет. Такой бах. Вытаскивает там кровище. Крыса с полчленом, короче, сваливает нафиг. Леночка такая, чик такая, цепляет айфончик. Такая, ес, хоть кого-то я проучила в этой жизни, чтоб не сували свой огурец куда попало. Ладненько, если вам понравилось, ставь класс, а не понравилось, можешь дизлайк поставить. С вами, как всегда, был Позитив Вселенной. Главное, улыбайтесь, друзья мои. И, кстати, давай пиши коммент, и я тебя поздравлю с Новым годом.